Всем привет! Возникла необходимость изготовить себе в гараж рукомойник. Пользовался бутылками пластиковыми, там всякими разными. Ну, все это не то, конечно, по сравнению с нормальным рукомойником. Вот. Сегодня хочу показать, как без всяких приспособ, имея какой-то простой элементарный инструмент, там ножницы, линейку, чертилку, штангель, сделать своими руками нормальный, достойный рукомойник. Вот. Предварительно я себе вид сверху нарисовал натуральную величину, чтобы знать размеры. Рукомойник у нас будет корпус рукомойника многогранный, точнее шестигранный. Вот. В принципе, можно множество разных конструкций сделать. Полукруглые там и прямоугольные. Нравится мне вот такая именно форма шестигранная. Вот. Покажу, как это делать. Вот, опять же повторюсь, без каких-либо тут приспособ. То есть это можно, в принципе, сделать в дачных условиях. Там на даче имею вот уголок, ножницы, молоток. Вот. В принципе, как-то так. Поехали. Такой вот у нас инструмент. Сегодня нехитрый. Ножницы, штангель, линейка, чертилка, больно. Вот такой вид у нас будет. Это вид сверху. Такой формы у нас будет наш умывальник. Здесь у нас в наличии такой кусочек металла, жести оцинкованный. Вот высотой 300 он, и длиной 1250 миллиметров. Вот от этих размеров, в принципе, будем отталкиваться. Так, поехали. Значит, первым делом, как всегда, проверяем угол. Нам нужен база, прямой угол. В принципе, всегда от этого отталкиваемся. Значит, грани у нас будут размеры 80, 87,5, 100, 87,5, 80 и 250. То есть от угла откладываем мы 13 миллиметров по торцу листа. В принципе, этот размер — это припуск на фальц. Можно сделать его 10-11. Почему 13? Уже, по-моему, в каких-то роликах объяснял. Приспособа у меня, вот фальцегибочный станок, он гнет 6 миллиметров. То есть получается, одинарный крючок у нас 6 миллиметров, и двойной мы делаем припуск 13 миллиметров. Почему 13? То есть два раза по 6, и когда металл на 180 градусов переламывается, то есть здесь образуется все равно радиус. Вот на этот радиус сгиба мы как бы миллиметр даем припуска, поэтому 13. Если вы будете делать там, к примеру, 5 миллиметров одинарный крючок, то в принципе можно 11 делать. Так как у нас уже заведено, я делаю 6-13. Значит, по торцам вот этой полосы мы 13 миллиметров отложили, и по нижнему краю откладываем 6 миллиметров. Это будет припуск на заглушку. То есть низ умывальника мы будем глушить, и это вот припуск на фальц для того, чтобы заглушку нам. Высота у нас
высота, чтобы получился где-то, я примерно на 5 литров хочу сделать его. Ну, сделаем его 240 миллиметров высотой. То есть от 6, то что вот припуск на фальц мы сделали под заглушку, мы откладываем 240 миллиметров. И в произвольном порядке на какой-то длине торца еще одну засечку делаем 240 миллиметров. Так. Соединяем вот эти наши отметки прямой линией. Ну вот базу мы прочертили. Так, теперь вот к этой линии, которую 240 миллиметров мы провели, в принципе, ну, может быть любой размер, какой вам угодно, ну, по высоте, мы делаем припуск, откладываем под тоже 6 миллиметров на бортовку. Это у нас будет торец открытый, куда будет вода заливаться, чтобы нам не порезаться. Мы сделаем отбортовочку 6 миллиметров вовнутрь самого корпуса, ну, чтобы потом нам не обрезаться, и жесткости он придаст эта отбортовка. Теперь вот от этого, от торца, от припуска на фальц, который мы отложили, начинаем откладывать наши размеры. Вот, по вот этой шпаргалочке. То есть первый у нас размер это будет 80 миллиметров. Почему 80? В принципе, можно и 100. Ну, чтобы грань была небольшая. Также я его в размеры загнал. У нас вот этот корпус вписан в прямоугольник 250 на 125, то есть поэтому такие размеры получились у меня. И 80, потому что оправка вот рельса, на которой я все колочу, она у меня 76 где-то миллиметров, 79 70 78, где-то вот так вот, чтобы, то есть у нас вот этот угол нормально лег, чтобы фальц свалить. То есть вот 80 миллиметров. Ну все. Значит, 80 миллиметров первый размер. Один зритель мой спрашивал у меня, в тех местах, где чертилкой вот я провожу, не начнет ли ржаветь быстро металл. Скажу сразу, давить сильно не нужно на чертилку, чтобы не прокорябать сильно, вот, не процарапать вот этот слой цинка. То есть чертим так, чтобы было линию видно, но не уже до самого металла, до основы, до стали, не нужно ее продавливать. Так, второй размер у нас 87,5. Потом 100 миллиметров, это перед будет, та часть, куда будет врезаться кран у нас. Ну, далее опять 87,5. В принципе,
изготавливая какое-то изделие, чтобы ну, не ошибиться сильно, чтобы металл зря не испортить. В принципе, можно, ну я так делаю, по крайней мере, можно натуральную величину где-то нарисовать, начертить на чем-то там, на каком-то листе там ДВП, ватмана, бумаги. И все. Так, следующий размер у нас 80. Ну и последняя большая грань, задняя, у нас получается 250. 250 миллиметров. Ну и теперь нам нужно еще припуск сделать на фальц. Одинарный крючок у нас больше 6 мм. Все, вот корпус практически мы вычертили. Теперь нам нужно оформить по задней вот по задней стенке. У нас будет. Так, ну сейчас давайте обрежем. Уже видно было. Вот такая вот заготовочка у нас получилась. Так, теперь вот здесь вот, вот это место будет крепление ну, к чему-то там, к стене, к двери, куда там, к дереву может. Вот, ну, такое прямоугольное не очень оно красивое. Поэтому сейчас мы меряем высоту. У нас получилось здесь 55 миллиметров. То есть от угла 55 миллиметров. Откладываем. И от второго угла 55. Причем здесь припуск вот здесь вот на 6 миллиметров вот от линии нас не смущал. Мы сейчас вырежем его сразу. 6 миллиметров. Вот от этого уголка также 55 миллиметров откладываем для симметричности. И вот в уголок проводим. Так, так, неправильно. Неправильно. Значит, проводим здесь вот припуск на бортовку 6 миллиметров. И теперь вот от этой вот, от пересечения наших линий и в угол. Вот так. То есть
от пересечения, вот эту, которую мы засечку сделали 55 миллиметров и 6 миллиметров, вот здесь от этого пересечения в угол. Теперь добавляем опять же по 6 миллиметров вот к этим диагональным линиям, которые мы только что начертили. 6 миллиметров — это опять же припуск на отбортовку, чтобы, ну, он пожестче будет и посимпатичнее смотреться, когда загнем. Уголки. Ну и здесь вырезаем уголочки, чтобы потом они нам, когда будем гнуть, вот эти вот обортовки, чтобы они нам не мешались. Здесь тоже вот так вот отрезаем уголочек. Когда будем сваливать и формировать уже наш корпус, чтобы здесь не мешало. Вот здесь, в принципе, надрезы можно не делать, потому как, ну, одним разом мы ее загнем и потом сформируем уже. Так, теперь здесь у нас получается, вырезаем уголочек у нас 6-13, то есть по вдоль вот так 6, вот так 13, и с этой стороны также 6-13. Здесь нам нужно сделать надрезы вот по 6 миллиметров по линиям, которые мы давали, потому как потом нам приклепывать к этой отбортовке дно. Так, и здесь. Здесь надо 6-12, то есть так 6, так 12 миллиметров. 6-12, потом тогда и здесь тоже, здесь 12-13. Немножко ошибочка вышла. Вот так вот. То есть 12 высота и 13 припуск. Когда дно будем приклепывать, то есть у нас отбортовка загнется один раз, и потом, когда будем сваливать дно второй раз, ну, когда будем склепывать, я покажу, уточню на этом внимание. Все, в принципе, вот заготовка наша готова. Донышко мы будем кроить потом уже по готовой конструкции, чтобы у нас наглядно все было видно. Все, сейчас отгибаем фальц. Ну и гнем. Перед тем, как фальчик нам отогнуть, нам нужно с лицевой стороны провести те линии, которым мы будем гнуть. То есть это вот эта отбортовочка. Она будет вовнутрь у нас. И вот этот по припуску, где 13 миллиметров, мы делали тоже 6 миллиметров, чтобы нам видно было, как гнуть. Ну все, идем гнуть. Так, ну что, гнем нашу заготовочку.
пользоваться буду вот ляпкой или утюжок по-другому. Вот, первым делом, значит, сгибаем по основанию вот этих 6 миллиметров, которые мы делали, отметку вовнутрь. В принципе, ну, если нету такого молотка, это на нем свет клином не сошелся, можно это делать обыкновенным молотком. Нету у меня просто сейчас тут в этой мастерской молотка обыкновенного, простого слесарного. Вот поэтому вот таким пользуюсь. Можно, в принципе, киянкой. Ну, киянками я не пользуюсь. Я, если пользуюсь редко, у меня есть одна киянка с резиновыми вот такими байками. Ну, ей никак не согнешь. Поэтому вот таким молотком пользуюсь. Все, вот отогнули и теперь сваливаем. Особо сильно не нужно усердствовать, когда вот заваливаете вот эту вот отбортовочку, чтобы тут немножко получался как бы валик вот на торце. Ну, симпатично просто смотрится. Вот. Теперь пнем фальц. Здесь вот мы предварительно 6 мм отметили. Этот у нас будет двойной крючок, который 13 мм. Мы прочертили 6 мм. И сейчас гнем его. Так, теперь берем полоску какую-то металла и на полоску сваливаем вот эти 6 миллиметров. Для того полоска нужна, чтобы нам ответная часть, вот одинарный крючочек, вошел вот в этот, в двойной фальц. Так, ну и в противоположную сторону гнем вот эти вот 6 миллиметров наши. Так, все, это мы выполнили, это мы выполнили. Так, все, ну вот, нужные операции мы сделали предварительные. Сейчас гнем корпус наш, ну и дальше посмотрим, так, что делать. Ну вот, на рельсе на правке вот такой засечки у меня ушли вовнутрь, их не видно. Поэтому здесь по низу их видно. Вот мы надрезы сделали. А с этой стороны снизу, ну, желательно, надо было их как-то отметить. Но я не отметил. Поэтому будем вот так. Значит, этот у нас идет на 90 градусов гиб. Так. И самый крайний у нас тоже на 90 идет. А эти чуть-чуть перегибаем, а там дальше подровняем как надо.
немножко перегибаем. Все, лишку перегнули, все подровняли. Ничего страшного. Так, ну вот, вот такой корпус у нас получился. Все, теперь вот этот вот двойной мы, который отгибали, в него вставляем одинарный крючок 6 миллиметров. Вот так вот. Ну и сваливаем. Заваливаем как бы фальц. Подровняли наши вот гибы, чтобы корпус приобрел симметричную форму. Если где-то перегнули, подразгибаем. Где-то не догнули, догибаем. Так, ну, вот такая вот форма у нас получилась. Вот, теперь нам нужно вот эти вот припуски, то, что мы делали на отбортовку, их загнуть, ну, на заднюю сторону, чтобы их не видно было. Все, вот так вот отбортовка получилась, вот так вот с лицевой стороны. Все, потом в дальнейшем мы отверстие вот здесь вот сделаем. Ну или одно по центру, или два вот так по краям, опять же симметрично, чтобы у нас ровно висел. Все, так, ну вот теперь отгибаем отбортовку вот под донышко, чтобы донышко нам приклепать. Также у нас припуск здесь 6 миллиметров мы отмечали. Отгибаем 6 миллиметров. Все. Ну вот такая вот отбортовочка у нас получилась. Все, теперь идем кроить донышко. Теперь нам нужно сделать донышко, выкроить. Донышко будем кроить уже вот по основанию, поэтому, беря вот эти размеры, какие у нас получились истинные. Вот. Ну, опять же, на куске металла проверяем прямой угол, есть или нету.
Есть. Припуск на фальц у нас на донышке будет 13 миллиметров. То есть проводим опять по углу, по прямому 13 миллиметров. И откладываем наши размеры. Значит, по прямой стороне у нас получилось 250. Размеры откладываем вот от этих линий, которые мы провели от припуска на фальц. Также вот к этой линии, которую провели сейчас, добавляем припуск 13 миллиметров. Теперь вот эти стороны откладываем. Здесь у нас 80. Также к этой линии 13 миллиметров. Теперь вот эта грань у нас она получилась по центру симметрично, шириной на 100 миллиметров. То есть мы это 250 напополам делим и от середины влево и вправо по 50 миллиметров. Все, и теперь соединяем вот эти точки, которые вот 80 вкладывали, и 100 по внутренним линиям. Так, и теперь вот к этим вот диагоналям еще по 13 миллиметров. Все, донышко у нас готово. Теперь вырезаем его. Хотел бы обратить ваше внимание, когда будем сейчас уголки вырезать, вот эти вот грани, то есть уголок должен перпендикулярно быть вот этим граням вырезанный. Ну, то есть, допустим, вот грань, я по линейке сразу откладывал прямой угол, то есть она должна вот перпендикулярно вот этим граням, уголки должны быть вырезаны. Так, то есть относительно вот этой грани прямой угол, относительно вот этой грани прямой угол. Также вот прямой угол. Вот так вот. То есть вот на каждую грань вот угол под прямым углом вот здесь. Для того, чтобы потом, когда мы будем сваливать на сам корпус вот рукомойника, чтобы у нас вот здесь вот углы не пересеклись друг на друга, не легли. Ну вот, донышко готово. Сейчас его обчертим еще раз, чтобы крышку потом сделать нам. Сейчас нам учить его. Он просто чистит.
вставляем, идем формировать фальц. Так, чтобы фальчик нам сформировать, нам нужно провести линии, по которым мы будем гнуть. Ну, я в моем случае 6 миллиметров провожу. Все, и по нашим линиям теперь отгибаем вот эти вот 6 миллиметров. Ну вот так вот, вот отогнули мы. Теперь корпус сюда вставляем и сваливаем фальц. Так. Вот так вот все вот вошло у нас. Все ровненько, красиво. И теперь заваливаем наши отбортовки. То есть фальчик. Все. Свалили вот так вот. И теперь нам нужно его еще раз свалить вот на корпус. Предварительно мы сейчас вот так повешаем направку и протянем наши фальцы. При этом чуть-чуть наклоняя, чтобы придать направление фальцу. Все, теперь одеваем и сваливаем. Теперь сваливаем шовчик наш. Когда фальц сваливаем, не надо стараться его вот из-под низу как-то ударить, потому что если из-под низу начать его бить, то можно его вытянуть там, ну, до больших размеров, что нам не нужно совсем. То есть вот сколько мы 6 миллиметров давали от бортовки, вот столько мы и должны загнуть. То есть следим за тем, чтобы фалец не вытягивало и не усаживало. Потому что если ударить вот сверху по кромке, то можно его усадить, фалец, он будет туже. Вот. Ну и при этом он развернется, деформируется. То есть следим так, бьем так, чтобы фалец гнулся там, где ему нужно, где положено. Вот здесь вот, вот эти вот, когда я говорил, когда краили корпус, 12 миллиметров вырез, то есть вот 6 миллиметров мы уже отогнули на отбортовку, и 6 у нас осталось. То есть вот этот фальчик, он должен у нас вот в это вот место лечь сейчас. Вот в это. Когда бьем,
нужно так бить, чтобы не промахнуться мимо оправки. Если мимо оправки мы ударим, то фальц деформируется и будет кривой, косой всякий. То есть следим за тем, чтобы удар все время шел на оправку. Все, теперь ставим вот так вот, можно на торец поставить, ну, как удобно, и немножко донышко, потому что все равно вот он его как бы выдавило сюда, вот он как бы такой чашеобразный получился, то есть нам нужно, чтобы донышко было ровное, поэтому подсаживаем его. То есть фальцем вешаем на оправку и осаживаем фалец. Все, фальчик осадили. И еще раз протягиваем его. Все готово. Вот так вот у нас все это получилось. Ну, как вы понимаете, фальц, он не герметичный. Водичка будет бежать вот через эти. Сейчас сделаем отверстие под кран. Поставим, сделаем крышку. И потом будем паять. Ну все, сейчас будем размечать и делать отверстие под кран. Ну вот такой вот кран нашел я в закромах родины у тестя. Вот. Кран советский еще, он работает нормально. Нужно нам отверстие будет сделать в корпусе вот этого рукомойника нашего. Сейчас померим. 20,5 диаметром. Кран будем ставить так, чтобы он как можно ближе к донышку был у нас. Так, то есть получается, значит, диаметр вот этого резьбы крана плюс поле под прокладку мы отступаем от шва. Вот. Это у нас что получается? То есть 20 миллиметров плюс 5 миллиметров. Это получается у нас... миллиметров до центра. 15 миллиметров от края шва отмечаем, и грань у нас 100 миллиметров, то есть 50 от угла. Все, вот центр отверстия мы нашли нашего. Так, все, идем сверлить. Вот, подложили, значит, мы досточку под оправку. Отмываем. Одеваем наш корпус, рукомойник. К сожалению, сверел у меня нету. Для тонколистового металла есть специальные сверла, поэтому... Вот так вот это сверло заправил. 20,5, 20,75 сверло в диаметре. Вот таким сверлом
Сейчас будем сверлить дырочку, отверстие. Все, готово. Ну, сверло как, я не знаю, как перка работает. То есть режет она вот этими вот уголками, чтобы не закусила. Вот так вот пятачок вот она вырезала. Все. Такое вот ровненькое круглое отверстие получилось. И кран у нас входит туда. Спокойно, вот заподлицо со швом. Все, теперь прокладочки сюда вырежем потом с резины и прикрутим на гайку. Ну, а теперь идем делать крышку. Ну, крышку предварительно мы уже начертили, когда обрисовали дно. Сейчас вот вырезаем по контуру. Вырезали. Так, на донышке у нас припуски были 13 миллиметров, но это многовато будет, потому что они будут торчать здесь. То есть сделаем где-то по 4 миллиметра, чтобы крышка была вот, ну, по граням на 4 миллиметра. 3-4 миллиметра, как бы больше, чтобы, ну, удобно было там пальцем зацепить, открыть ее. Вот. Так, ну, знаем, что у нас 13 здесь миллиметров, поэтому, чтобы 4 получилось, нам надо минус 9. Но также у нас будет отбортовочка там, чтобы не обрезаться. То есть это плюс еще 4 миллиметра. Итого 8 миллиметров. 13 минус 8, это у нас получается 5 миллиметров минус. Вот, 5 миллиметров вот так отмечаем. Это у нас все обрежется. Это лишнее. Обрезаем. Так, ну вот, отрезали. Теперь 4 миллиметра отмечаем. Так, по задней стороне у нас 13 осталось пока. Вот, значит, мы вот эту 4 на 13 вырезаем по задней части.
уголочки. Здесь уже режем не под прямым углом, а вот как у нас линии получились, так по линиям и режем. Все вот так вот надрезали. И теперь по линиям гнем отбортовку. Так. Все, вот такая вот отбортовочка у нас получилась. Все, теперь нам нужно сформировать петельку, чтобы крышка у нас как на петлях работала. Можно, конечно, использовать рояльную петлю там или какие-нибудь навесики маленькие, но не будем мы их использовать, сделаем петельки руками. В качестве оси шарнира послужит вот электрод диаметром 3 миллиметра. Я предварительно с него обмазку оббил, почистил наждачкой чуть-чуть. Вот теперь нам нужно его вот в эту крышечку нашу вкатать. Для того, чтобы закатать, нам нужно припуск вот здесь сделать. У нас оставался здесь 13 миллиметров, но так как электрод 3 миллиметра, примерно нам на закатку нужно 3 диаметра. То есть 3×3 – 9. То есть от 13 нам надо также 4 миллиметра отрезать. Будет у нас 9. В принципе, это все можно было начертить, но так вот обчертили мы донышко. Все, отрезали. Ну, теперь будем сейчас размечать ее под шарнирки. Ну, от углов возьмем миллиметров по 20, в принципе, достаточно будет. 20 миллиметров от углов прочерчиваем. Так. И еще раз 20 откладываем. Это у нас будет петля шарнира. Теперь у нас получилось здесь 177 миллиметров пополам, это будет у нас 88,5 миллиметров откладываем, это центр получается крышки, и влево вправо по сантиметру. То есть еще раз 20. Так, ну и теперь штангельком проводим 9 миллиметров наших. И все, режем.
Так. Теперь надрезы вот эти, которые мы, ушки у нас получились, мы их просто вовнутрь загибаем. Они у нас вовнутрь ведут. Можно покороче чуть-чуть обрезать их. Так, теперь сваливаем. Теперь вот этой, по этой линии прочерченной, в другую сторону. Но предварительно направление вот по краю даем. Так, примеряем теперь нашу проволочку. Делаем где-то миллиметров на 5-6 короче, чем крышка. Все, и теперь проволоку вкатываем. А теперь, чтобы проволочка у нас не выскакивала, вот с этих вот зажимчики делаем краев, с краев. Все готово. Так, крышку вот выставили, как она у нас будет стоять, чтобы везде со всех сторон ровно, симметрично. И отмечаем вот эти вот, где мы ушки вырезали, отмечаем вот так рисками. Теперь по этим отметкам нам нужно такие окошечки вырубить, как бы, чтобы вставить туда петельки. Петельки у нас вот сюда вот войдут, вот в эти. Давайте сначала сейчас петельки сделаем. Чтобы петельки сделать, нам нужно полосочки металла вырезать вот, где-то миллиметров, ну, 19 миллиметров, так, чтобы они свободно здесь. Здесь мы вырезали 20. Вот сейчас полосочки 19 миллиметров вырезаем. Вот. Так, 19 миллиметров выставляем.
ставим полосочки. Три штуки нам нужны. Так. Ну и теперь на глаз пополам гнем их. Все, и сюда вот вставляем. Ставили и вот так вот раз обогнули. Раз. И еще одна. Так. Теперь берем вот так вот и приплюскиваем их. Все, теперь равняем, чтобы они были одинаковые по длине. Все, вот теперь под эти ушки вот нам нужно вот по нашим отметкам сделать окошечки, прорези, чтобы туда вставить их, и с этой стороны с обратной разогнуть. Ну, сейчас покажу как. Так, ну, по нашим наметкам вот так зубилкой врубаем окошечки. Ну вот так вот должна получиться вот такая прорезь. Ну и все остальные так. Остальные два. Так. Вставляем крышку вот на место в пазы. Плотнее села. Так. И теперь с обратной стороны просто разгибаем вот эти ушки.
Все, вот так прижали и... Все, ну вот так вот. Вот так вот у нас крышка открывается. Закрывается. Все, нам осталось теперь здесь вот отверстие сделать. Ну, сейчас попробуем сделать без сверла их. Сейчас покажу, как разметить. И попробуем без сверла сделать. Пробить, то есть. Так, значит, размечаем отверстие подкрепления. Одно у нас оно будет, одно отверстие. Так, вот это расстояние пополам делим. Одно отверстие у нас будет малое 10 миллиметров, второе 25 миллиметров. Все, отверстие вот такими будем болтами бить. Быстрые сверла. Значит, большое. Это у нас нижний, ставим по центру. И одним сильным ударом пробиваем. Не получилось. И второе. Вот так вот. Все, теперь поправляем. И вот так вот зубилкой надрубаем. Все зубилкой прорубаем перемычку. Кривовато. Ну вот так вот. Так, сейчас чуть-чуть подровняем. Все, теперь напильничком неровности вот эти все. Напильником или напильником подровняем. Отверстие это увеличим. Все, осталось запаять и кран поставить. Так, вот немножко поменяли обстановку, значит, нам нужно теперь запаять вот этот наши фальцы. Вот, ну, для этого паяльной кислотой промазываем место пайки, дотравливаем, так сказать.
нагретым паяльником вот уже. Просто припой вот так берем и паяем. При пайке, напомню, когда кислота вот испаряется, сильно не полезная она, поэтому желательно в хорошо проветриваемом помещении это все пайку выполнять, ну или под вытяжкой. Когда паяльник мощный, металл быстро прогревается и пайка качественнее получается, чем если же паяльник маломощный, пока прогреешь металл, не очень получается. Когда жало паяльника хорошо обложено, полуда не сгорела, ну, то есть паяльник не перегрели, припой прям тянется сам за жалом. Уголочки хорошо прогреваем, чтобы у нас тут не капало потом. Когда паяем, следим, чтобы пропусков не было в припое. Вот там, где вот мы припоем ведем, чтобы пропусков не было. Потому что пропуск — это пора, а пора — это течь. Все. Пим. Так, тряпку мочим. Ну, сейчас я пока предварительно просто смою кислоту, а потом с мылом промою место пайки, чтобы у нас оцинковка не почернела вместе пайки. Сейчас. Хорошенечко промываем, протираем. Ну, теперь ради эстетики, вот эти вот, где у нас наплывы от пайки получились некрасивые, просто напильником берем, стачиваем их. Ух ты, ух ты. Ну вот, все. Вот так вот все это. Пайка у нас вся это выглядит наша. Все, теперь остается прикрутить кран
через резиновые прокладочки. И можно тестировать. Вот два резиновых колечка у меня таких нашлось. Опять же, в закромах. Вот, но они как раз подходят. Сюда у вас как родные почти садятся. То есть мы одно одеваем снаружи на кран. Второе изнутри одеваем. И гайкой закручиваем. Гайка черная, наверное, мы ее сначала облудим, чтобы она меньше ржавела, прям снаружи облудим и потом закрутим. Вот гаечку облудили, тоже с наплывами. Поле нам нужно, чтобы ровное было, чтобы резинку прижимало, поэтому сейчас напильничком счищаем все наплывы вот эти. Все, ровная поверхность есть у нас. Вкручиваем. Все готово. Вот так все это там смотрится. Ну, сейчас заливаем воды и смотрим. Так. Да, чуть больше 5 литров получился объем у нас. Что-то где-то неправильно посчитал. Ну, ничего страшного. Все, вот так вот. Сейчас немножко постоит, посмотрим, нигде течи. Если нету, то все хорошо. Ну все, умывальник наш тест прошел на герметичность. Все работает. Вот такой вот умывальник, рукомойник мы сегодня сделали с вами. Без каких-либо там станков, без какого-то сложного оборудования. С помощью молотка, рельсы. Ну, ножниц по металлу, как, ну, элементарного инструмента. Вот можно делать такие вот изделия. В быту, я думаю, они пригодятся. Кому-то в гараже, вот как мне, кому-то на даче, кому-то, может, кто-то в частном доме живет. В принципе, несложно это все сделать, все это доступно. Вам хочу пожелать удачи, успехов во всех начинаниях, ну и главное, будьте здоровы. Всем пока!